Всем привет! Я вас приветствую на канале «Еда за минуту». Сегодня будем готовить сосиску в лаваше. Это получается очень вкусные, очень аппетитные, очень румяные трубочки. Сейчас я вам расскажу, как добиться этого эффекта. Натираем сыр на мелкотерке. Также измельчаем сосиски наши. Затем берем тонкий лаваш, можно отрезать вот такими треугольниками, это очень удобно. Смазываем майонезом, можно смазать также кетчупом, но я этого не делаю, для того, чтобы оно было хотя бы немного менее калорийным. Затем накладывается тертый сыр, зеленушка, и затем вот бока немножко заворачиваем, создаем такой, как прямоугольник, а затем начинаем заворачивать такую плоскую трубочку. Вот, все сложили. Показываю еще раз. Берем наш тонкий лавашик, намазываем майонезом, можно еще и кетчупом. Затем выкладываем, или это может быть нарезанная колбаса, или это может быть нарезанная сосиска. Также тертый сыр и зеленушка, зелень. Зелень может быть всяко разная, что у вас под рукой. Затем заворачивается вот таким образом. Вот, вот получились у нас вот такие вот трубочки. Нужно, необходимо сковородку с антипригарным покрытием разогреть, затем залить туда масло растительного, затем выкладывать наши трубочки. Трубочки можно предварительно обмакнуть в яйцо, но тогда я еще раз не побоюсь повторений, будет слишком калорийно, поэтому мы ни во что не обмакиваем, а делаем просто-напросто такие румяные трубочки. Обжариваем с двух сторон. Почему я говорила, должны быть плоские? Для того, чтобы было легко их обжаривать. Получились такие румяные, вкусные наши сосиски в лаваше. Вот. Всем приятного аппетита. Не забудьте заходить на мой канал «Еда за минуту». И поверьте мне на слово, честное слово, на приготовление этого блюда ушло меньше минуты. Попробуйте сами и в этом убедитесь. До скорой встречи!